жертвуйте временем, которое надо беречь. Кладу в чехол свою гитару, прячу в ножны свой меч. Привет, меня зовут Атмарави. Я приглашаю вас поучаствовать в материализации моего нового альбома. Альбом этот я уже записал, то есть все песни готовы. Мне остается только там какие-то штрихи, и мне нужно его свести, то бишь взять отдельные треки, составить их вместе, так чтобы это все звучало более правильно, сбалансированно, чтобы это было приятно слушать. И потом мне нужно это отмастерить. Мне нужно это потом, я хотел бы напечатать в красивом оформлении, чтобы мой альбом получил, кроме музыкального какого-то воплощения и музыкальной стороны, еще и какую-то визуальную сторону, да, какую-то вот, чтобы художественный объект, в корне которого, то есть в сердцевине которого есть мои песни, чтобы он обрел грани, новые грани, засверкал и обрел какие-то дополнительные смыслы. Мне кажется, это важно и интересно. Может быть, вы еще не слышали, послушайте, вдруг вы обнаружите, что это для вас важно, и вы бы хотели услышать новые песни, узнать, что же такого я насочинял. Вот, и тогда у вас есть удивительная, счастливая возможность стать акционерами Планеты.ру и стать акционерами моего проекта. Против каждой, даже крапленой колонной, найдется свой Навуходоносор. Цель — собрать средства для того, чтобы я смог напечатать этот диск и оплатить программы. Я хочу купить программы, я не пользуюсь пиратским софтом. И я хочу оплатить работу фотографа и дизайнера этого альбома. Так, чтобы на выходе получился красивый художественный какой-то объект. Я чувствовал, как в ней просыпался зверь. Вот этот альбом, который я сейчас сделал, он создавался здесь, у меня дома, вот на этот микрофон, Shure SM7B, вот это мои гитары. То есть это я все писал, используя этот пульт, который мне подарил мой друг Олег Орлов, спасибо ему большое. Вот, и сводить я тоже буду здесь, но хотелось бы, хотелось бы использовать действительно хорошие программные продукты для того, чтобы качество звука было максимальным. Спасибо. Надеюсь на вашу поддержку.